Личным примером за здоровый образ жизни. Именно под таким девизом команды вышли на поле. Атмосфера вокруг матча была пропитана азартом и спортивным духом. Все как в настоящем футболе. Мои все переживали, ой, будут поддаваться, будет нечестно, ничего подобного. Играем на полную силу. Несмотря на достаточно прохладную погоду, игра выдалась жаркой. Ребята показали достойный уровень игры и завершили первый тайм в ничью 1-1. Однако после перерыва сотрудники полиции, воспользовавшись неопытностью своего соперника, сумели реализовать ряд голевых моментов. Финальную точку в игре поставил начальник полиции Юрий Гришин, закончив матч разгромом 4-1. Мы сейчас тем более все силы прикладываем, чтобы вот развивался и детей побольше. Также приглашали команду, первую команду Смоленской области, город Смоленск, чтобы в городе как бы развивалась популяция футбола, и дети все ближе и ближе, потому что имея в городе таких два поля и не иметь своей команды, это как бы непонятно. Взрослые соперники по достоинству оценили игру лагеря круто. И несмотря на итоговый результат, команда юных футболистов все равно вышла победителем. По традиции к закрытию лагеря стражи правопорядка подготовят детям сладкие призы. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.